Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Слипкар». Ссылочка в описании. Ну что, друзья, мы в Балаклаве. Никто этого не ожидал. Да. Я думал, мы сюда доберемся дня через 3-4, а может быть и 5. А мы сегодня в 9 утра выехали с Рыбачьего. Суши здесь есть. И все. И вот мы в Балаклаве, везде поцеловали замки, везде, где были море грязное, где-то пляжи. Ну, короче, вы все видели. В общем, мы в Балаклаве. Где ночевать, пока тоже не знаю. Но... Хотя бы поесть. Вижу автодом. Хотя бы, да, хотя бы поесть. Ребята, мы в прекрасной Балаклаве. Смотрите, как классно. Это набережная. Клево, вообще, Балаклаве вообще классно. Кипалы в брисе. Смотрите, как классно. Атмосферненько, да? Как здесь клево, смотрите, сколько корабликов. Идем, подойдем. Смотрите, как клево. На любой вкус и цвет, и морские прогулочки. Да, здесь нужно есть рыбку и брать катер и кататься на, короче, крутые пляжи. Нет, ты что? В Балаклаве есть такой рыночек. Ратюшка, не подходи. Здесь продают устрицы, рыбку, слово. Дочки еще какие-то. Ребята, мы вчера в полной темноте разместились. Вот так вот. Скала. Новые данные надо покупать. Настя еще вчера спрашивает, она, интересно, крепкая. А ночью прям реально стрёмная какая-то. Вот. Тут у нас получается пляж, надо на него спускаться. Сейчас, может, подлечу, покажу. И что ночью было, проснулись, и у меня тапка нет. В итоге я его нашел в 100 метрах отсюда. Погрызанный. Что делать теперь, не знаю, мне даже запасных нету. Буду ходить вот так. Ладно, ребята, полетели. В общем, ребята, в Балаклаве история следующая, что до всех пляжей нужно доезжать. Ну вот, собственно, либо на машине, либо там пешком куда-то ходить на какие-то пляжи. Но чаще всего ты просто берешь лодку и плывешь. Ну, катер там, такие какие-то рейсовые. Там расценки порядка 100 рублей стоит в одну сторону, 100 рублей в другую сторону. А сейчас вот здесь вот выскочит прайс. Вот, мы до одного такого пляжа, называется Василий. Мы доехали, здесь же переночевали и сейчас спускаемся вниз, чтобы туда попасть. Вот такая, друзья, здесь дорога. Обрывы, цвет воды, конечно, все кайфово. Артем, маме руку дай. Давайте аккуратно, вода красивая. Так вот мы
Спускаемся. Пока лестницы нету. Так. Проходим, проходим. Давай, 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 давай. Так, вот тут пойдем обойдем. Здесь, по-моему, получше. Давай, 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 Родион. Вот видите, кораблик пришел, приплыл, привез отдыхающих. Ну, вообще, в принципе, да. Лучше всего здесь на кораблике. Но посмотрите, какая водица, друзья. Кайф. Аккуратно, аккуратно. Сначала мы шли вниз, теперь мы идем снова вверх, но уже, да, по лесенке, чтобы добраться туда, в самый низ. Ну, ладно, да. Пляж Василий. Так-с, так-с. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, Родион. Мама, виноград. Так, и походу нам вот сюда. Здесь есть смотровая площадка. Ладно, пойдемте. Я вам, конечно, покажу, как это все выглядит. Опа. Опа. Вот так, друзья. Вот начинается вот такая бетонная дорога. Вот можете видеть, что все такое пыльное, потому что здесь действительно очень сильная пыль. Ну а дальше начинаются уже ступеньки. Вот мы видим лесенку. Сейчас посмотрим. Так, вот смотрите, какая фотозона. Вот если бы она была зеленая, было бы классно. Так она белая, все в пыли. Так, вот. Артем, справа иди. Справа иди. Ну потому что, Артем. Есть. Лесенка. Ой, лесенка, господи. Лавочка для передышки. Ну что, ребята, я на полпути к пляжу Василий. Это новенький выпуск. Я хочу вам его показать, чтобы вы понимали, куда идем и стоит ли вам сюда ехать. Но здесь красивая вода, раз. Сложный спуск 2 и просто красиво 3. Пошлите. В общем, друзья, вот так вот по лесенкам мы идем и видим вот такой вот вид шикарный. Вот они, кораблики все подходят, они с балаклавы привозят сюда отдыхающих. Вот все наши. Сколько ступенек, не знаю, не считал. Кто знает, сколько здесь ступенек, напишите в комментариях, пожалуйста. Смотрите, какая, да, водица? А там дальше, я так понимаю, это водоросли. А вот цвет воды, как на западе. В общем, я решил Родиона перегрузить на меня. Потому что идти мы так будем до самого обеда. Да. Придем ноги помочь им и уйдем обратно. А хочется немножко поваляться, покупаться. Вот, Тёмка идет своими ногами. Но как мы будем подниматься наверх, это, конечно, вопрос. Так, вот осталась совсем малёха. Вот мы, получается, откуда-то оттуда вот аж пришли. Видите, как много-много всего преодолеть. И вы попадаете... на удивительный, замечательный, широченный, галечно-песчаный пляж с очень красивым цветом воды.
Ну все, друзья, мы почти пришли. Та-ра-та-та. Все, осталось совсем маленько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Мы на пляже, Василий. Смотрите, с какой высоты мы поднялись. Конечно, слазь, Родион. Ох, конечно, устал, Родион. Вот так вот, друзья, это выглядит все здесь. Есть бунгалы, прокаты, мусорки, туалеты. Широкий, красивый, кайфовый пляж. Вот видите, прям большой теплоход подошел сюда. Привез тоже отдыхающий. Вот все сейчас высадятся, и пляж, я так думаю, часа через... Через час, через два будет вообще битком тут. Так, пошлите пробовать воду. Ну такая же прохладь, как на западе. И цвета какой. Здесь какая. О, рыбка, рыбка, рыбка. Подплыла к нам. Смотрите, рыба, да, Артем. Рыба. Да, рыбы, да. Смотрите, их тут много. Вон один. Вот еще. Все, видите, высадил и поплыл дальше. Традиция с утра позавтракать и искупаться. Забыл. Давай. Фитнес такой вообще. Давай, плыви. Давай, ныряй, Най. Давай. Давай, давай, давай. Давай скорее. Мари, рыбки прям с тобой рядом плавают. Да? Ну вон, видишь, черный. Ты мои хорошие, давай. Здесь есть кафе, переодевалки, есть вот бесплатный туалет, здесь прокаты, гидроциклы, бананы. За гидроцикл узнал, стоит 1500 на 5 минут, то есть на 500 рублей дороже, чем везде в Крыму, где мы были. Ну и, собственно, все, друзья, мы сейчас поднимаемся обратно и поехали. Вот такой вот, ребят, получился небольшой обзор на пляж Василий в Балаклаве. Напишите комментарий, поставьте лайк выпуску. И спасибо огромное, что посмотрели. Ну, подписка на канал, конечно же, приветствуется. До новых выпусков. Вот уже 10 утра, и видно, людей поприбавилось. Мы уходим, а люди, вот видите, спускаются, и приходится разминаться. Так, кораблики тоже подплывают, привозят все больше людей. Ну да, часов 12 здесь будет, конечно, аншлаг. Поэтому мы этого ждать не будем. Накупались, насладились и валим.
пляжу к этому идет вот такая вот дорога, достаточно разбитая, убитая. И она причем серпантинная. Сейчас я вам покажу эти зигзаги. Идет, получается, она резко-резко в гору. Ребята, мы приехали на одно из инстаграмных мест Кадыковский карьер. В виде сердечка смотрим. Только сейчас мы видим. Цвет вообще потрясающий, сердечка нету. Чтобы получилось сердечко, нужно сделать правильный ракурс, поэтому мы идем искать. А и пока мы ищем, я предлагаю вам насладиться видами с высоты. Полетели. В общем, ребята, чтобы найти эту форму сердца, нужно припарковаться вот на вот этой парковке. Ну, поймете, да, там кукурузы или что это, виноград растет. И здесь парковочка, трос натянут, где ты просто пишешь шлагбаум, но никогда не шлагбаум. И все, и идете прямо, пока не увидите форму сердца. Что, друзья, вот она локация, вот отсюда вам можно. Можно спускаться пониже, но мы не пойдем. Вот, в принципе, сердце уже есть, поэтому сейчас будем фоткаться. Привет, Фиолен. Вот мы двигаемся сейчас на смотровую площадку. Вон туда, наверх. Поехали, посмотрим с высоты. Так, тут, друзья, вон забитый пляж Яшмовый, потом пустой пляж, потому что до него проход только через воду, скала с крестом. В общем, что я вам рассказываю? Погнали, полетим!